патриархату. Никакого патриархата, реформаторская. Приветствую. Вот наконец-то. Да, мне говорят, там будет. Реформационная церковь. Да, реформаторская церковь. А вас зовут? Юра. Юрий. Да. А я Юрий Витюр, тоже пастор. Так что. Пастор церкви, да? Да. Протестантская реформаторская церковь. Да, да, да. А где здесь? Привет. Да, я послушаю. Вы еще туда будете, да? Да, конечно, да. Слава Богу. Слава Богу, вот. На жаль, трошки у нас, ну, так вот все проходит, понимаете. Служение участников боевых дней, понимаете, я пастор служения участников боевых дней, понимаете. Он говорит, спрошу, не слава Богу, за благословение пастора Санды, я понимаю, это он якось по трубу нас пробегает, но в основном вот так вот. Важко йде, розумієте, це Господь да благословить вас, а тут ваш просто благословить. Прошуся капелана православ, ну так як учасник бойових дій, а ми так, ще служіння наше з времен Богомиста. Я в церкві попав, то зразу мені сказав, що все, наше служіння це служіння учасників бойових дій. И мы его продвигаем. Аминь, да. И он мне показал капелланом. И все равно, не пускают на восток, я все равно буду на восток. Господь показал, понимаете, это таки так же. Юрий, пастор, благословляю вас. Аминь, пастор. Слава Богу. И вам благословение, пастор. Господь благословляет ваш труд. Руки ваши, я думаю, Господи, во имя Иисуса. Дякую вам тоже, да. Дякую. Аллилуйя. Вот здесь такие общения верующих разных конфессий, разных деноминаций. Вместе славим Господа. Аминь. Иисуса Христа. Прославляем Иисуса. Для Господа нема такого разделения. Это люди поделают. Аминь, аминь. Кто религия, политика, то аминь. Да. А для Бога есть единое разделение. Это верующий або неверующий. Або неверующий, да. Обураем его как-то. Так, все. Так само. Я хочу сказать, что я когда пришел в церковь, покаялся, понимаете, истинно, а я уже 18 лет, покаялся, понимаете, это само. Слава Богу. Вы не поверите, я стал жить в раю. Так, как я жил. А вот сам верующий. Слава Богу. Ад и рай. Ад и рай. Да. И вот сейчас мы створили программу на реабилитацию участников боевых. Так. Мы рецидирование прошли, а сейчас подали на патентование программы, разумеется, чтобы была уже державная программа. Потому что мы, когда стали писать программу, в интернете в Украине ничего не нашли по духовной реабилитации участников боевых. На Западе есть. На Западе есть. В Америке есть. В Америке само собой, это святетово. Там это обовязково. И мы будем сказать так, программу написали завдяки там есть капеллан Крисетин. Писав книгу «Мостик ісцелення». Він во В'єтнамі воював, і він це знає на собі. А його дружина, Ронела Етті, вона написала книгу. Я хочу поблагодарити своє вашу історію християнства. Це брат Ромлю, да, Сергій? Да, да. Ви змінилися вма. Ні. Я сидів, Привіт, привіт. Видно, вот ще помоложе йому. Ну, есть такой, да. Спасибо большое. Она написала для соцзависимых, написала книгу, когда война приходит дом. Понимаете, потому что меня не пускают на восток, но я служу в госпитале в центральном військовом за благословением пастора Олега, священника Олега. В госпитале куча водиться, в госпитале цей. Потому что и в семинарии нас так учат, что
якщо під покровом священника вже знаходиться, то питайте в нього про що це благословення. Благословить вас. Аминь. Аминь. Пастор, а мы с вами, по-моему, в интернете бачили. Наверное, да. У нас сайт на Фейсбуке есть, наш сайт. Да. BO-BF Samsung. Все, я заходил. Знаете, я заходил, да? Да. Все, это вы, я получается. Юрий Лещинский. Юрий Лещинский. Все, нам посмотри будет сейчас. И мы даже, я помню, в электронке с вами общались. Да, было дело. Давно уже, да. Было дело. Ну, не так давно, но... Хорошо, слава Богу. Где же ваше прозвище сейчас? Журавлёв. Журавлёв. Пастор, благословение. Теперь буду знать лично, что я Журавлёв особисто знакомый. Аллилуйя. А я и есть Юрий Лещинский. Лещинский, все, слава Богу, вот такие встречи. Король Польши Станислав Лещинский, это не ваш. Да вы что? А, ну, у меня это, монета его, блядь, идет на отсюда. Бачили, да? Бачу. Родичу. Да. А мы с ним похожи. Слава Богу. Так у него шевелюра там, парень, не занимает. А я вот, ну, это я ж после Афганистана бреюсь, потому что... Голос вылазит вот так вот пучками. Все вот такие. Просим прощения. Сейчас рады вас увидеть. Понимаете, что особисто познакомился с вами.